отдельно скажем, ну ради бога. Ну давайте, начнем сначала. Вот, это для затравочки. Знаете, я очень люблю ходить на свадьбы, и хожу я не просто так. Я люблю готовить домашние заготовки. В общем, сегодня я не принес закатки и варенье, у нас немножко другое. Ты должна помнить, что ты хранительница очага, ты должна быть доброй и ласковой с мужем, но, если что, ты должна выпустить коготки и... Сейчас увидишь. Это лекарство от измены, оно же лекарство от пьянства и много чего еще. Но не забывай, что он все-таки твой муж, так что встречай мужа с любовью и заботой. Здесь все написано. Но, с другой стороны... Подождите. Лёша очень хороший мой друг. Я вообще не сторонник насилия. Я забочусь о его здоровье. Ну, а то ли не скрыться, хоть голову спасем. Лёша, это тебе. Вот. Но, так, голову защитили, это хорошо. Лёша, вот очень нужная и хорошая, вообще замечательная вещь, смотри, это пульт управления женщиной. Если что, если затянула какую-то песню, там непонятно о чем вообще рассказывают, хоп, щелкнул, звук тише сделал. Хорошо же. Потом начала тебе про какой-то сериал рассказывать, что-то еще. Перещелкнул канал, и она тебе уже рассказывает, как «Зенит» с «Рубином» сыграли. Вообще замечательно, в общем, владей. Стойте. Вот, в общем, начнем. Открывай, Оля. Открывай. Вот, подожди, это не с собой, по собой собрали. Так. Что же мне? Ага. Вот оно, вот это самый главный подарок. Но если честно, я не помню, что здесь, и вам придется докопаться до истины. Давай. Давайте музыку. Конзайки только не садитесь. Оля, Лёша по-хозяйски взялся, я смотрю. Интересно. Самому интересно, честно, не помню просто. Бросай. Вот. Я не помню, может, сама коробка подарок, я не помню. Сейчас они терпеливы. Что, газеты старые какие-то? Там есть дальше? А, это телефон, что ли? Бросайте. Все, да. Ничего. Я не знаю, что-то должно быть, я не помню. Вот. Давай. Все заждались, всем интересно. Носочек? Я с размером не угадал. Запускай туда ручки. Подожди, ну что ты? Он не ношенный, кстати, можешь понюхать. Ну, это тебе, Оля. Я ничего добавлять не буду, это просто тебе. Может, Леша даже не показывает. Это еще все 20 баксов. Ну, носок можешь носить, честно. Вот, это еще не все, знаете, кажется, я подарил подарки еще не всем членам вашей семьи. Я смотрю, у некоторых глаза округлились, но не все знают, что у Лёши просто есть кошка. Это для неё. Спасибо. Счастья вам и все пожелания вы еще услышите. Вот это друг, да, заставил волноваться всех. Самое главное, я ради этого и приходил.